С 25 июля по 5 августа в Старом Осколе перекроют дорогу на дублере проспекта Губкина от пересечения с улицей Крутикова до улицы Насеткина. Там будут менять асфальтированное покрытие. Администрация округа просит водителей быть внимательными в местах проведения работ и парковаться на данной территории так, чтобы дорожная техника могла проехать беспрепятственно.